Победы, омраченные инцидентом. Волжская «Ариада Акпарс», возвращаясь из трехматчевого выездного турне, в Саранском аэропорту попала в ЧП. К счастью, все обошлось, пострадавших нет. Всего же подопечные Ильнура Гизатуллина по маршруту Кандапога-Клин-Краснодар собрали неплохой урожай очков, набрав 8 из 9 возможных. Утро первого рабочего дня 2013 года взбудоражило болельщиков Волжской «Ариады Акпарс» сообщениями из Саранска. Как сообщали электронные СМИ, самолет, перевозивший наших хоккеистов из Краснодара в Казань, при посадке в столице Мордовии выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. К счастью, никто не пострадал, и через пару часов игроки волжского клуба вернулись домой. Краснодар стал третьим пунктом выездного турне «Ариады». Первый пункт 4 января – карельская Кандапога, где свои домашние матчи проводит питерский ХК ВМФ. Именно с военными моряками первый матч в новом году. Зрители, пришедшие в местный ледовый дворец, в общей сложности увидели 7 заброшенных шайб. Притом вопрос о победителе был неясен вплоть до финальной сирены. Голевая феерия развернулась в первом периоде, когда было заброшено 5 шайб, а «Ариада» ведет со счетом 3-2. Во втором отрезке матча зрители шайб не увидели, и только в начале третьей 20-минутки хозяева в очередной раз сравнивает счет. Победную же шайбу на 53-й минуте забросил волжанин Алексей Ложкин. В итоге победа «Ариады» со счетом 4-3. Ну вот теперь Головацкий передает шайбу Цыганову, врывает стон, бросок, и шайба в воротах. Вот так вот начинают Новый год клинские хоккеисты. Во втором матче после новогодней выездной серии наши парни обыграли «Титан» из подмосковного Клина. Игра напоминала классические хоккейные качели. То одни выходят вперед, то другие. В результате к финальной сирене команды доигрались до счета 3-3. В дополнительное время победитель выявлен не был. И только в серии послематчевых штрафных бросков удача улыбнулась «Ариаде». Победный буллит на счету Сергея Зачупейко. В итоге победа со счетом 4-3. В заключительном матче первой выездной серии 2013 года Волжская «Ариада Акпарс» обыграла в Краснодаре местную «Кубань». Притом для определения победителя хватило всего-навсего одной шайбы. Заброшена она была нападающим «Ариады» Виталием Голубничем менее чем за 5 минут до финальной сирены. В итоге победа волжской дружины с футбольным счетом 1-0. Опа! Предупреждали ребят, что соперник на ходу, играет дома. Очень хорошая обстановка, дворец, трибуны. Своим ребятам благодарен. В этой поездке у нас 5 человек получил травму, 5 основных игроков. Предыдущую игру 2 периода играли в 3 звена, сегодня полностью в 3 звена. Стоял мальчишка молодой, 17 лет, 18 уже в этом году. Поэтому команде могу сказать только спасибо. И как раз возвращаясь из Краснодара, наша команда попала в ЧП и на ленты практически всех информационных агентств. Я вроде как полуспал в это время. При приземлении как-то не очень мягко мы сели, я проснулся, потом начало носить нас. Все схватили за переднее стоящее сиденье. Угу. И все, пока носило, держались, и так вот вынесло нас за полос. Ну, я как-то нормально выдержал. Ну, конечно, наверное, страшно было. Не знаю, может, мне показалось, что не очень было. Мы выбежали, даже вышли, наверное, из самолета, отошли чуть подальше, как нас попросил стюардесса. Все, потом ждали, пока нам новый самолет предоставят и улетели. Итак, после 38 проведенных игр «Ариада» на 11 месте турнирной таблицы чемпионата ВХЛ. Следующие 5 матчей наша команда проведет дома. Ближайшие 13 и 18 января. Соперники «Альметьевский нефтяник» и «Тольяттинская Лада».